Ну что, погнали. Получается, магазин, предметы, покупаем. А печально. Получается, 110 кейсов, 4 такие, 1600. И что, покупать сейчас за 6000? Ну да пока возьми, оставь. Да. 27. Ну ладно, погнали. По 10 открываем? По 20. Почему? Ну все, погнали. Блин, надеюсь, упадет. Надо вебку сделать. Да. Let's go. Нам главное таких ящиков еще, кейсов поднакопить. О, два ящика открылось. Нормально. Два ящика плюсом, офигеть. Нормально. Смысле, блин, ты можешь говорить попозже, потому что у тебя задержка стоит, и я не по, вижу. По два, а по два ящика. Офигеть. Нифига себе. А, так, парашют это... выпал. И еще открыл. Такой кейс. Ага. Нормально. О, еще плюс ящик, с которого падает схема. Еще плюс такой. Нормально. Так. Блин, а что у тебя задержка какая-то началась? Нету никакой задержки. Не знаю, блин. Вроде так, еще кейсы выпали. Два кейса еще выпало. Нормально. Отлично. Пошла жара. Попозже? Да как я попозже буду говорить, блин? Я что смотрю, значит да. Попозже говорить? Ну, мне неинтересно смотреть. Ну, хорошо, не буду говорить. Так. Да, просто открываем. Ну, шикардос. Вот так нормально? Шикардос. Ты как-то по две штуки шикардос. Открывать вообще охренел. Шикардос. Шикардос просто, сюда, блин. Это накрутка какая-то. Так, о, сюда, блин. Так, еще, так, оп, еще нормально, блин, сюда. И так вот. Там вещи, да, много. Блин, офигеть, 14 кейсов просто сейчас будем открывать. Жесть. Нормально. Что, это много? Да. Конечно, там, блин, не падает с этих. Так, ну что, блин, по одному их будем открывать, да? Ну, нахер да. По 10. Так, ну все, погнали. Я надеюсь, что упадет все-таки схемы, которые нужны. Уф. Ну что, let's go. Let's go, let's go. Только не ори сразу, как если у схемы выпадет, потому что неинтересно так смотреть. Ну, нормально, нормально, нормально. Открывай. О, это такое. Аук. Ага. Но на схему нет, это просто аук. Ну, вот распылить. Так, ну блин, давай. Ну давай. О! Пора! Первая, пошла, сюда! Сюда ее! Можешь не орать, ведь сказали же тебе. Да а? Как не орать-то мне? Я ж видео потом запишу. Не орать, говорит. Сюда! Так. Есть. Хорошо, а она, кстати, с серого кейса почему-то, ну, типа, показалась серым. У тебя 9 осталось. 6. Так. Давай, роднуля. Да чё мне эти сыпят, блин, жетоны? Ну за жетоны что тоже, за конечно, можно. Да. Давай. Давай, роднуля. Еще берил нужен и аук. Последний. Сука. О, ладно, СЛР-ку создаем. Пока что. Так, и сколько у меня? 2 3000, а тут на 4 500. Чё, покупаю? Ещё. А что, подожди, а на берил сколько? Сколько надо? 4 500, а у тебя? У меня 3000. 3000, ну покупай, да. Только тут получается 27 кейсов и один такой. Блин, а чё так, блин, грустно нахер. Просто грустно. Ну вот, плюс 400. Нормально. Ну, погнали. Блин, ну это, конечно, ну, прям, если честно, я бы не сказал, что это прям нормально насыпало. Прям что-то как-то, я бы даже сказал, совсем ненормально. Так. Оба.
Угу. Еще один. Нормально. Ну, погнали. Херня. Ты ебрыса ты. О! Можешь молча это делать. Блин. Но зато мы с тобой кучу этих чертежей тут заработали. Два уга выпало. Нормально. С кайфом. Правда, их создавать по 20 тысяч не стоит. Типа можно, по идее. Ну, да. По 20 тысяч этих. Но тут мы пораспыляем еще. Все, тогда беру. Подожди. Так. Вич. По одной будем брать. Так, еще 55 кейсов. Это мы капец уже открыли, на самом деле, этих кейсов. Жесть. На этот раз надо, наверное, лучше 10 сразу открыть, если выпадет. Ну, типа, вот таких вот 10 кейсиков, да и все. Так, и что у нас? А, так у нас на одну пушку уже, в принципе, еще хватает. Нам осталось выбить, получается, что? МК есть, СЛР есть, осталось только берил и АУК. И все получается. Да, нормально. Все, я открываю. Погнали. Так, музычку врубаем, получается. Все, let's go. Так, ну нормально. Так, ну пока что-то таких кейсов не дает, блин. А чё, блин? Где кейсы-то? Нам эти нужны. О, дало один. Нормально. Там нормально у вас все, видно? Ну, вторая, конечно, партия, блин. Я бы не сказал, что получше. Я бы не сказал, что получше. Так, ну и давайте тогда. Тут, блин, я надеюсь, что выпадет. Берил или СЛР? О, блин, ты кого? Ты можешь в тишине это делать, а? Ну как, я что, без звука буду кейсы открывать? Какая-то это... Так, ну это СЛР-ка выпала. Я, кстати, два уга еще создал уже. Там надо будет их распылить. Еще плюс СЛР. А что, ну, блин, за сколько оно меняется? На 5 этих, да? Че, ну... На 5 чертежей? Нет, этот, на 3 чертежа и 800 полимеров. Блин, капец. Че так открывается? Не очень. Блин, ну это какие-то очень сложные реально кейсы. Прям очень сложные, реально. Так, ну один типа ган мы сейчас создадим, получается. Из всего из этого, если мы еще только выбьем... Нам надо аук, аук или берил. Ну, нам надо один ган, да, выбить. Один ган выбить, да, все. Тут шмотки. И главное, шмотки, блин, да кейсы... Ну, я уже там пораспылял. 140 было тысяч, я посоздавал тут шмоток. Капец. Когда, пока меня не было? Угу. Ну там фигня. Блин, да, да не падают эти дорогое, кейсы. Дорогое было. Ты видел, да, тебе маска? Это риперная выпил, выбила, выпала, нет? Маски риперной нету. Есть, есть. Вот только что выпало. Ты что, не видел? Конечно. Так, ладно, погнали. 4 кейса. Жесть. Да ну, блин, какие нахрен... Давай. Ну давай. Да дай, блин. Так. Да ну, тьфу, блин. Так, ой, там нет кейса этого дополнительного. Ну ладно, давай так сделаем. Блин, очень много ящиков открыли. И опять вот просто нахер не падает. 38 кейсов. Дичь. Ну это просто... какая-то шляпа. О, один кейсик выпал. Так, кстати, кейсов, главное, что, блин, шанс вообще маленький какой-то. Ну, ты чё тут? У тебя два кейса уже. Ну, это, блин, мало. Ты ж видел, там шанс вообще мизерный.
Выпало. Да. Ну, давай попробуем. Ты просто в прошлый раз израсходовал все свои кейсы. Да? Там ну, за первый-то вообще нормально падало. Mm-hmm. Блин, и что? 6 тысяч. Это капец. Капец. Это дичь. Ну что, я тогда берил, беру? Ну, конечно, берил. Аук тогда что? Все? Ну, аук розовый не пойдет. Красиво. Так, ну что, Чингис... Чингисхан Ютуб подогнал нам еще 10 тысяч коинов. Отлично. Ну что, давайте пооткрывали кейсы тогда с аугом. Может, тут выпадет аук. Блин, я надеюсь, что он упадет. Это нам на сколько? Ладно, короче, где-то 60 кейсов, да? Да, 60 кейсов. Погнали. Давай, сходу золотой. Не, ну золотые нужны кейсы, блин. Я удалю сейчас Бальтазар тебя, если еще раз кинешь приглас. Двадцать кейсов ноль. И спойлери. Блин, почему задержка какая-то? Я на стриме смотрю. Это нормально? Угу. Это должно три выпасть золотых. Не, ну это вообще прикол. Это прикол! Это прикол! Это что за прикол? Чё, ты все открыл? Да что за прикол нахрен такой? Если тут нету, блин, ауга, я не знаю, что я сделаю просто. Ауг! 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 Сюда! Просто сюда! Чё ты там будешь? А, еще и схема сразу. Чингис не обманул, у него реально фартовые кейсы. Ой, спасибо, Чингис. Последняя схема. Последняя схема. Последняя схема. Ура. Все. Больше схем в этот. Не надо. Ой, жесть. Че за скам нахрен вообще? Сколько надо? Напомните. 260. А тут сколько дают? 150. Давайте возьмем еще. Добьем как раз и возьмем этот. Ну. Добьем, ну, возьмем какое-нибудь там оружие и распылим его. Это рофл! Это рофл какой-то! Это какой-то рофл нахрен! Я открыл этих кучу кейсов, ничего не падало. С одного кейса просто схема выпала. Как это работает? Все схемы выбили. Молодцы, красавчики просто. Уебищная игра.